Лед тронулся. Долгожданная встреча комиссии Азербайджана и Армении по делимитации границы состоялась. Первый раунд переговоров провели вице-премьеры двух стран Шахин Мустафаев и Мгер Григорян. Стороны обсудили организационные и процедурные вопросы работы комиссии, а также подтвердили готовность сотрудничать в рамках созданного формата. Встреча прошла на армяно-азербайджанской госгранице. Встреча председателей комиссии имеет историческое значение в деле установления мира и атмосферы доверия между Азербайджаном и Арменией. Баку неоднократно выступал с мирными инициативами. Свои предложения выдвигали и посредники в лице Москвы, а также Европейского Союза. Все договоренности подрывал именно Ереван. Эта встреча могла бы состояться намного раньше, в то время как азербайджанская сторона проводила конкретные работы по подготовке к началу делимитации границ, руководство Армении всячески затягивало этот процесс. Практические шаги в этом деле Ереван начал только после встречи в Брюсселе. Начало работы комиссии Баку и Еревана высоко оценил и председатель Совета Европейского Союза Шарль Мишель. На своей странице в Твиттер он назвал встречу вице-премьеров важным шагом. Достигнута договоренность о проведении следующих встреч комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией. Переговоры пройдут в Москве, а затем и в Брюсселе. Даты еще не определены. Девятый пункт трехстороннего заявления, подписанного в ноябре 2020 года, подразумевает разблокировку транспортных коммуникаций, но этого невозможно добиться без делимитации границ. Переговоры о создании соответствующей комиссии продолжались больше года. Следует отметить, что Брюссель хорошо справился с ролью посредника. Состав комиссии должен был быть определен еще в прошлом месяце, но в Армении не торопились принимать необходимые решения. Встреча председателей комиссии – важный шаг в деле нормализации отношений между двумя странами. Это шаг к подписанию мирного договора. Баку предлагает Еревану подписать мирный договор, который будет базироваться на 5 принципах. Среди них взаимное признание территориальной целостности, делимитация границы и открытие транспортных коммуникаций. Отметим, что во время трехсторонней встречи президента Азербайджана, премьер-министра Армении и председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля в Брюсселе была достигнута договоренность об открытии Зангезурского коридора. В рамках проекта будут построены и железные, и автомобильные дороги.